Всем привет! Это патроны с пулей THV. Разобранный – это 9 на 19, а вот этот вот – это 32 ACP. На сегодняшний день патроны с такими пулями известны в разных калибрах. Это просто парочка представителей. Теоретически, наверное, они могли бы быть в любых патронах. Я не смогу правильно произнести расшифровку THV на французском, но в переводе она означает «очень высокая скорость». Патроны с этими пулями начали разрабатываться примерно во второй половине 80-х французской компанией SFM, в том числе для нужд французской полиции и с прицелом на американский рынок. Вот на 9 на 19 клеймо SF-88. А на этом SFM. Это пуля из цельного куска латуни. Они могли быть также из меди, но внутри у нее пустота. Пуля очень легкая, весит около 3 грамм. Из-за своего легкого веса пуля имела очень высокую скорость. Для 9 на 19 она была от 620 до 740 метров в секунду. Патрон с этой пулей должен был иметь ряд нужных полиции качеств. Во-первых, повышенную пробиваемость за счет высокой скорости и заостренной формы. С близкого расстояния 9-миллиметровая пуля в 9 на 19 пробивала стальной лист толщиной 3 мм. Во-вторых, по сравнению с более тяжелыми пулями, из-за легкого веса дальность полета пули THV была меньше, и это должно было уменьшить вероятность нанесения вреда третьим лицам при промахе. Также считалось, что такие пули быстрее тормозились в теле, не могли его пробить и ранить кого-нибудь еще после пробития. В интернете имеется такая табличка с данными, сделанными при испытаниях французской полиции по целям из какого-то пластилина или желатина. 9 на 19 THV создавали широкие раневые каналы, я выделил красным, получается 8 сантиметров, с относительно небольшим проникновением в 12 сантиметров. В интернете также имеется такой снимок попадания патроном 357 Magnum. Можно увидеть очень широкий канал, а в нем стоит сам патрон. Правда, имеется и другое фото применительно к THV, на котором видны совсем другие соотношения проникновения и ширины. Возможно, речь тут идет о словацкой 9-миллиметровой пуле, заявленной как копии THV, которая почему-то пробивала более 33 сантиметров после прохождения через жилет. Датская полиция также испытывала пули THV калибра 32 ACP, чтобы выяснить, повысят ли они эффективность своих старых пистолетов «Вальтер», снизив при этом риск чрезмерного проникновения. Только одна из пуль THV прошла сквозь грудную клетку или брюшную полость свиных туш. Однако со временем датчане решили закупить новые пистолеты в калибре 9 на 19. Патроны THV имели ряд недостатков. Оружие быстро изнашивалось от стрельбы. Сам выстрел сопровождался какой-то чудовищной вспышкой. Плюс сами пули были достаточно дорогими в изготовлении. Пишут, что изменившееся законодательство США запретило экспорт патронов с такими пулями на целевой для SFM рынок. И в 1992 году SFM закрылась. Патроны с пулями THV разрабатывали также в ЮАР. И вроде даже какие-то были приняты южноафриканской полицией. На этой фотографии из интернета патроны 7,62 на 25, 7,62 на 51, 5,56 на 45 имеют, вероятно, происхождение из ЮАР. Кстати,
Этот тип пули появился не сразу. Он второй по счету. У первого типа было такое конусообразное острие, которое по каким-то причинам плохо подходило для автоматики пистолета. Во втором типе острие уже с более широким тупым концом. А потом, вероятно, при экспериментах в ЮАР появились пули с пластиковыми насадками на острие, которое стало более острым. Они обнаружили, что острие второго типа как-то сплющивается при ударе. История THV довольно сложна, поскольку эта концепция вызвала значительный интерес, когда она впервые появилась. Я читал про какой-то швейцарский вариант пули, а также про иракский, увиденный в их полицейских участках в разных частях страны. Но где они в действительности прижились, никто точно не знает. Пишут, что во Франции единственным заказчиком мог быть только специальный отдел жандармерии. И то какое-то время. Так что во Франции не прижились. Может быть, прижились в ЮАР. Но кто его знает, как у них там в действительности. Мне показалось, что эта пуля достаточно необычная, поэтому я снял этот ролик. Всем спасибо за просмотр, удачи!